клиентов. Сейчас будут представлять свои результаты. Посмотрите, послушайте. Для тех, кто участвовал в части хакатона, вам нужно на тех картах, в тех проектах развития, которые будут, найти себя, найти свои идеи, найти то, что вы либо уже начали реализовывать, либо хотели. Воспользуйтесь этим уникальным опытом, потому что сейчас у вас есть возможность посмотреть на то, что можно реально сделать и что будет востребовано. Значит, начнем мы с того, что первая команда, слово модератора Дмитрий Грушков, представит образ будущего. Далее ваши участники будут представлять проекты развития, которые вы получили. Послушайте. Потребители, центральные банки мировые и МВФ как ключевой игрок. Но в будущем, в 2025-2035 году, акторы меняются, и это важно отметить. Государство остается актором только если оно становится государством нового типа, которое способно к принятию изменений и принятию инноваций так же, как корпорации инновационные, но в настоящем. А корпорация инновационная в итоге становится акторами наравне с государством. Отдельно у нас представлен как актор в будущем это искусственный интеллект. По нашему прогнозу, это было решение группы, в общем, новое будущее случается только если у нас на каком-то временном промежутке действительно появляется искусственный интеллект, который помогает принимать быстро и точно решения на финансовом рынке. Используя искусственный интеллект, у нас появляется актор государства. Это условный, большой брат государства. Но как интерфейс взаимодействия с человеком, это малый брат, искусственный интеллект, который привязан к каждому конкретному человеку. И как результат этого всего, новые типы универсальных правовых отношений. И человека с человеком, и человека с государством. В итоге у нас практически пропал как таковой бизнес, как просто какой-то отдельный актор, бизнес как предприниматель. Потому что если у нас все, для всех единые правовые отношения и у всех единый смарт-контракт, как такового отдельно бизнеса нет. Все друг с другом, как только заключают какую-то оферту устно, их привязывают к ним искусственный интеллект, прописывают это все в смарт-контракте, и правовые отношения устраиваются. Но это все далеко в будущее. А теперь давайте перейдем к проектам, которые, исходя из нашей карты, его могут приблизить. Проекты.